национальная идея у нас должна быть одна – Россия. Ее стабильное, надежное развитие. У нас много моментов есть, либо о которых мы не знаем, либо не задумываемся, но они есть. Так же, как и советское, так же, как и в царское время. Сплоченность. Сплоченность людей. Это главная идеология. Не сплоченность ради того, что разрушить, а наоборот, сплоченность, что построить. У каждого человека свой кодекс. Отношение каждого из нас вот к России, к родине, к тому, что он делает для нее, является ключевым моментом. Все это в целом называется патриотизм. Идея мне очень нравится. На самом деле эти ленточки на машинах, наши флаги, это то, что было забыто. И то, что когда-то было в Советском Союзе, это было замечательно. Все-таки мы должны любить нашу Родину. Патриотизм – это ответственно относиться к тому, что нам досталось от Бога. Всех надо принимать. Если ты большая, Богом отмеченная страна, большая не только территориально, а своей душой, своей мудростью. Самое главное – здесь жить, здесь работать, здесь служить и здесь платить налоги.